место. В этот светлый миг ты прекрасней всех, невеста. Нежный поцелуй и счастливый смех, невеста. Нереальный свет в белых облаках, невеста. Облако любви на моих руках, на моих руках. Поздравляйте нас с днем бракосочетания. Желаю тебе большой любви, счастья огромного, благополучия семейного. Деточек побольше. Здоровья самое главное. Все остальное приложит. Спасибо большое. Счастья, здоровья. Все самое наилучшее. Хорошо. Спасибо.
ничего не носить. Добро пожаловать, жених и дорогие сваты. Ты посмотри. Тихо. Вы о намерениях своих поведайте, ребята. Вы за невестой к нам пришли? За невестой. Мы чрезвычайно рады. Готовьте денежки скорей. Гостинцы к нам в награду. Невеста наша молода, красива, нарядна. Придется гости, господа, трудиться вам изрядно. Невесту просто так забрать сюда отсюда не позволим. И ее придется выкупать под пристальным контролем. И первым делом жениху такое испытание. Слушай, Сережа, чтоб слышно было всем вокруг, что ты... Ты прокричи признание, чтоб слышала твоя краса признаний этих в трели. Друзья, добавьте голоса, чтоб окна зазвенели. Все вместе кричим. Да, чем громче, тем лучше. Кричим. Я люблю тебя. Или я люблю тебя. Раз, давай. Два, три. Я люблю тебя! Ну что такое? Вы что, не кушаем? Еще раз. Конечно, сильно, ну. Еще раз. Раз, два, три. Я люблю тебя! Ну, молодцы, получилось. Но нам же надо что-то там как-то согреться, там что ли. Мы же далеко ехали. Надо было курточку одевать, чтобы согреться. Давайте курточку мы наденем, согреем. Ну, согреемся уж как-то. Ну, давайте, проходим дальше. Ну, тут у нашей невесты душа нараспашку. Теперь все секреты мы знаем. На свадебной белой красивой ромашке мы цифры тебе загадаем. Сумеешь ответить, о чем эти цифры, ромашка тебе достается. Но коль для тебя это странные цифры, платить много придется. Даты. Я думаю, если у тебя память хорошая, ты должен как-то связать эти даты, с чем они у тебя ассоциируются. По одной ромашке лепесточку можешь отрывать, называя. Отрывать прям? Да, отрывай. Ну, 3 октября, это день рождения папы Лилиного. Правильно? 6.08, это мы написали заявление в ЗАГС. Так. А, 12.20, это у нас время росписи. Чтобы вы не забыли. Да. Меня папа. 157, это мы сейчас подумаем. 5.10, это свадьба. 27.08, 2007 года мы первый раз встретились. Да. Так, это день рождения Лили, 1 июля. Ну, ага. Похожая на день рождения тещи. Да, очень похожая. Да, день рождения она отмечает, она не схожа. Теперь так. Самая простая цифра. Самая простая? Самая простая. О, я понял, это рост. Да, рост. Ну что, пропускаем? Да. Куда дальше, в дом? Скажи, Сережа. Вон, Сережа, скажи, Сережа, вгадай. Де Лилины губки целували? Вгадай, каже, Сережа, На крилечко вынесите, на крилечко. Ну, Сережа, а ну, показывай Лилины губочки. Походу, а ну. Вот это. Какие? Вот это. Ты не угадал, это уже страшно. Не вичи, вже не вичи. Вертайся додому, детка. Да, угадал, да. Они. Как двери хватать? Ну, говори. Как есть. Ну, как есть, давай. Да не шута. Это проход столько стоит? Ну, кажи, Лиля стоит сколько? 500 рублей. Вот так. И гостинчик. И гостинчик держи. Ё-моё, пойдёт? Пойдёт? Пускаешь до неё? Пойдёт. И вот она твоя невеста. Ещё немного и жена. Пойдёте вы по жизни вместе. Да вот без обуви она. Ты не горю, жених родимый. На выбор туфли целых 3. Смотри, какие туфли тут у нас. Целых 3. Какой размер твоей любимой? Ты туфельку себе бери. Смотри, жених, не ошибайся. Ошибки платные у нас. Внимательнее будь, старайся. Судьба решается сейчас. Давай, забирай. Вот это. Ну, правильно. Беда. Не, ну, как бы, может, там что-то мне угадал ты, но я же хочу что-нибудь. Да что ж, я сестру отдам вот это там, и все. А что, и все? А еще что-то? Ну, мне на память там что-нибудь. Ладно. Вот это такое дело. Будете в гости к нам? Боже, Серега и на память раздает, и конфеты, и шампанское. Согреться. Да, и согреться. Ну, спасибо. Never seen so many men ask you if
you wanted to dance. Looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Thank you.
попереду відповідальна пара сімейного життя. Сьогодні шлюбую громадяни України Світлов Сергій Петрович та Крама Лілія Сергійовна. Перед урочистою реєстрацією вашого шлюбу, виконуючи високий громадський обов'язок, як представник держави, прошу вас відповісти, чи готові ви до спільного сімейного життя. Прошу відповісти вас, Сергію. Так. Прошу відповісти вас, Лілія. Так. Згідно закону України, ваш шлюб реєструється. Прошу розповісти молодим усі ляшки. У народі кажуть, нарушний стати, навіки друга мати, і в радості, і в горі. Тож прошу вас стати на весіллі. Щасливі зустрічайте ваші зорі. Запам'ятайте, що не вічна весна, все розділі, і радощі, і горе. Обручки дві, а доленька одна. Ручаючи вам обручки, запам'ятайте. Вони не мають ні початку, ні кінця. Тож усе ваше кохання буде таким безкінечним. Усе ваше сімейне життя. А зараз прошу вас включити. Першою сімейною клініку. А
розпрошу вас прийти до весільної церкви, випити з них та привітати один одного, як буде. Thank you.
Спасибо. Всем чем поздравляю вас, любители. Too late. Who was I to make you wait? Just
нежный взгляд, и сердца звонко так стучат. Этой свадьбе гулять и петь, а душе к небесам лететь. Звон бокалов и под водой, свет любви вместе с красотой, а в глазах счастье легкий дым. И кричат гости горько им: не разжимайте ваших рук, и Мендельсона чистый звук навек соединит сердца, как в прошлом маму и отца. Не разжимайте ваших рук, и все друзья сойдутся в круг, и пожелают вам они здоровья и любви. Громче музыка и быстрей, в круг большой собрала друзей. Этой свадьбе гулять и петь, а душе к небесам лететь. Звон бокалов и под водой, свет любви вместе с красотой. Здесь любовью полны сердца, и блестят ваши два кольца. Не разжимайте ваших рук, и Мендельсона чистый звук навек соединит сердца, как в прошлом маму и отца. Не разжимайте ваших рук, и все друзья сойдутся в круг, и пожелают вам они здоровья и любви. Первые подходят к самым дорогим и близким людям на земле. Это к своим родителям. Поклонитесь родителям многие за широкие ваши дороги, за пути, что пред вами открылись, и за то, что с пути вы не сбились. Ну что ж, отец, благословляйте молодых. Дорогие дети, поздравляю вас с праздником. Желаю вам самого наилучшего здоровья, онучат побільше, щоб у вас все було дуже хорошо, і благословляю вас цим святим хлібом. Підходіть, ребята, поцілуйте родительський хліб, ребята, цілуйте. Все то добре, умне і вічне, що взяли ви у своїх родителей. Ви пронесете через довгі, щасливі супружеські роки. А зараз ми узнаємо, хто буде в домі хазяїн. Кусати хліб или ламати гості, що? Кусать, конечно. Можно двумя руками. Можно двумя руками ломать. Пожалуйста. Итак, начали. Начинаем. А ну. Ой, кусочки, кусочки. Какие ж молодцы. Ну, а сейчас солите. Здесь вот у нас только солите. И угощайте. Лиля, грудочек, не солите последний раз. Давайте. Так, угощаем, угощаем. Вот какие у нас кусочки. Будут щедрыми, богатыми, посмотрите. И обязательно счастливыми. Вкусный родительский хлеб? Вкусный. Ложите. Молодец, отец. Молодцы, молодожены. Ну, а наша мамочка будет встречать и угощать молодоженов янтарным майским медом. Она хорошо знает, что нет ничего слаще в мире, чем любовь двух любящих сердец. Мама, поздравляйте молодых. Дорогие наши дети, я вас от щирого сердца поздравляю с сегодняшним вашим первым семейным праздником. Бажаю вам, щоб ви були такі веселі, такі красиві, як ви сьогодні. Щоб по житті було у вас тільки все добре, все хороше. Не забувайте про нас з татом. Всього найкращого. Спасибо. Ну, подносите мед, подносите. Так, я держу поднос. Кого мама первого будет угощать медом? Конечно, зятя. Будут сладкими уста у зятя, будут сладкими у доченьки. Да. Дочки теперь. Ребят, будьте не только сладкими, но и полезными в этой жизни. Такими же трудолюбивыми, как пчелки, что наносили этот мед. А
Из этого бокала вы выпьете родниковую водичку, кристально чистую, чтобы жизнь ваша была такой же, кристально чистой, здоровой, потому что эта вода из родника – это символ здоровья и долголетия. Вот как мама, вот детей своих поет, угощает. Спасибо, дорогая. Ну, а я смотрю вот на нашу замечательную мамочку Катю. Она будет благословлять своих детей иконочкой. Она будет крестить их и будет желать им только счастья. Поздравляйте. Поздравляю вас, желаю всего хорошего, всего лучшего. Поцелуйте икону. Ребят, пусть вас всегда оберегает Господь Бог, охраняют ангелы-хранители, чтобы вы шагали по жизни вот так же, рука в руке, а плечо к плечу, как вы сейчас стоите. И я хочу сказать, что только трем людям в мире позволено связывать руки нашим молодым. Это священник у церкви, да, отцам родным по крови. И сейчас, Никита, возьмите хлеб, пожалуйста, у отца, потому что отец будет сейчас связывать руки нашим молодым крепким, надежным, отцовским узлом, чтобы раз и навсегда. Вот как хорошо. Надежным, крепеньким, морским, да, отец? Как положено, он все в курсе, да. О, смотрите, как все правильно делает отец. Молодец. Чтоб не разорвалось, правильно. Чтоб вот так шли по жизни вместе, вот рука в руке. Крепенько держали друг друга за руки. Навсегда. Так, ну становитесь, папа, рядом. Теперь за кончик же держите. Да, становитесь рядом. Вот как папа не только правильно связал, но и встал. Вы вот с мамой растили такую красавицу, да? Вырастили. Не оставите ей после свадьбы, но стойте только на стороне зятя. Итак, отец, вел до свадьбы. Сына Бог не дал, да, сына не дал, послал, вот смотрите, какой зятя, красавца, орла. Вели до свадьбы, теперь тащите до пенсии обои. Уважаемые гости, проходите, пожалуйста, все в праздничный зал. Проходим все в праздничный зал. Посмотрите, дорогие, какая же очаровательная супружеская пара состоялась у нас на празднике. Давайте приветствовать Сергей и Лилия. Это новая семья, которая родилась сегодня. И какой бы узел ни навязала наша сегодняшняя действительность, этим очаровательным молодым людям всегда придут на помощь и помогут развязать его самые дорогие, самые близкие для них люди. Это, конечно, их матери. И я приглашаю вас, дорогие наши мамы, снимите этот свадебный рушник с рук своих детей. Пусть их мысли и дела будут всегда свободные, и пусть они всю жизнь будут связаны. А мы приветствуем, мы дарим громкие аплодисменты этой замечательной молодой семье. Вот как папа крепко-накрепко связал. Молодцы. Ну что ж, гости дорогие, хочу сказать вам, что в этот день родилась новая семья. Сегодня они будут идти по жизни вместе. Лилия и Сережа. А еще есть новость очень приятная. Швейцарский банк открыл свой филиал. Вот посмотрите, он у нашего свидетеля в руках. Надежный и красивый. Швейцарский банк такой нам сейф прислал, чтоб молодые жили бы счастливо. Молодоженам открываем счет. Мы всем гостям на свадьбе рады. Скорей вносите свои вклады. Постоянно помня об инфляции, мы берем в подарок даже акции. Но лучше золотом, рублями, драгоценными камнями, купюрами любого цвета. И сразу рюмочку за это. Итак, гости дорогие, мы открываем поздравительную страничку от всей души. Прошу вас вот отсюда.
За их счастье, долголетие, благополучие.
М'яко да прийде. Багато чи мало? Багато. Дорогі Лілія і Сережа, сверкають кольця золоті, і взгляди нежності повні. Ви так прекрасні, молоді, а ваші чувства так сильні. Не забывайте первой встречи и поцелуев первый вкус. Пусть свет любви большой, сердечной, хранит счастливый ваш союз. Будьте счастливы. Любви, любви, здоровья, счастья, любви вам благополучия. Горько, горько молодым! Горько, горько, горько! Куда, горько, куда? Замечательный, почетный свидетель! Посмотрите, какой красивый, стройный, высокий молодой человек по имени Никита. Давайте аплодировать. И рядом с ним хрупкая, красивая, очаровательная девушка Юлия. Аплодисменты. Никита, я хочу задать вам очень серьезный вопрос. Вы первый раз в роли свидетеля? Обычно, Никита, я, глядя на наших уважаемых гостей, делаю вывод. Ты попал. Да. Такой вывод. Я как посмотрела на молодежь, на вот тот активный наш стол, решила, что попал. Скажи, Никита, ты знаешь, чем ты с Юленькой будешь сегодня заниматься на свадьбе своих друзей? Помогать. Во всем. Ну, это вообще-то, в принципе, правильно. А еще чем? А после свадьбы? Да. Это же после. Ну, танцы, конечно. Еще? Целоваться будете? Да. Нет. Нет, не будет. Ну, там гости скажут. Я не настаиваю. Никита, я хочу сказать вам, что главная обязанность свидетелей – это охранять невесту, свидетельницу, туфли и даже молодожены. Я хочу вам сказать, что здесь Перещепино ворует всех и все. Проще е. Свадьба проще е. Но не напрягайте. Юленька, я желаю вам удачи. У вас сегодня очень ответственная работа. А мы дарим вам громкие аплодисменты. Женщина это? Любовь, правильно. Женщина это? Все мое. Ага. Для вас, женщина? Это забота. Забота, да. Я думала, головной боль. Так, крестный отец, для вас, женщина? Работа. Работа. Работа на початый край. Молодец. Так, для вас, женщина, это? Будем же красота. Красота. Совершенно верно. Для вас? Богиня. Ой, аплодисменты. Такой молодец. И самого юного спрашивает. Для вас, женщина, это? Забота. Тоже забота? Вы о ней заботитесь? Вона про тебе забой. Аплодисменты. Боже ж мой. Женщины, вы почули? Оказывается, что мы для мужчин и богини, и королевы вдохновения, и забота, мы будем о них заботиться, да, молодочка? А вы о своей половинке заботитесь? Конечно. На руках носите? Да. А четвертый тост за мужика, правда? Вот за таких настоящих мужиков, и мы сейчас будем пить тост. Итак, наполняем бокалы. Женщины! Не-не-не, стоять! Дорогие молодожены, Лилечка и Сережа, в этот торжественный и праздничный день поздравляем днем вашей свадьбы. Днем сочетания любящих сердец, семьи, создания. От всей души желаем радости и счастья. Пусть вас обходят стороной несчастья. Пусть воплощаются заветные мечты, хранимые в уютных уголках любви. И песен добра за понимание, взаимопонимание и мира. Пусть наиграет вам весны прекрасная лира. И сложится зеленая листва, два обручальных золотых кольца. Природная картинка с ветром разлетится, но ваша пусть навеки сохранится. Созвездие удачи и душевной теплоты, благополучия, надежд и пламенной любви. Вы сами властелины во вселенной, своей судьбы, единой и священной. И помните об этом до конца, любовью окрылив свои сердца. Улыбками встречая дни за днями, терпением на обиды отвечая, и новую...
и новой жизни появления, пусть долгожданным будет продолжением. Соединение двух прекрасных душ. Защитником пусть будет муж, жена надежным крепким тылом. И чтобы никогда хорошее не проходило. Живите в золоте купаясь, шампанским сладким обливаясь, и верность обоюдную храня. Любовь не растирайте, не растеряйте сквозь года. Еще от Никитушку. Ты для меня вторая мама. Желаю счастья и детей. И хоть всегда убрала. И хоть судьба всегда упряма, ты будь всегда судьба упряма, ты будь сильнее. Ты будь сильнее, не робей. Желаю счастья и только скажу вам радостное. Горько! Давай. Горько! 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 Оставшуюся семью маленький подарочек. Так, подарочек от родственников. Так, пожалуйста, несите. Никита, неси, вручай подарок молодым. Ох, какое молодое поколение, замечательное. В этот прекрасный осенний день мы исключаем из числа благородных девиц нашу очаровательную Лилечку, поднимайся, дорогая. Ей сегодня присваивается почетное звание жена и новая фамилия Светлова. Ох, Светлова, аплодисменты! Какая красивая фамилия, молодые! Сегодня мы исключаем из числа холостяков нашего Сергея, поднимайся, Сережа. Ему сегодня присваивается почетное звание муж. Сереж, покажи, какой ты гордый, а ну. Вот какой гордый. Фамилию оставляем прежнюю. А сейчас мы посмотрим, как подготовились наши молодожены к супружеской жизни. Итак, сколько вы готовились, встречались, сколько? Сколько вы встречались? 7 лет. Обратите свои взоры на невесту. Лиля у нас не невеста, а царица. Она еще и на все руки мастерица. Она варит, шьет и вышивает, и про все на свете знает. И вот чтоб руки ее добиться, Сереже пришлось 7 лет потрудиться. Да, Сереж, чтобы не было промашки, погадай-ка на ромашке. Смотри, какая у нас яркая, красивая. Пусть узнают все на свете, как ты женишься. Какой лепесток ты открываешь? Вот, смотри. Какой цвет любишь? Вот этот, сиреневатый, да? Читай, как ты женишься? По любви. По любви! Ответ правильный! Ответ правильный! Замечательно! А теперь я смотрю на наших родителей. Вы сколько в браке прожили? 28 лет! Давайте им поаплодируем! Так! Сергей Алексеевич, кто будет открывать ромашку? Сейчас я выясню, как вы женились. Вы какой цвет любите? Точно пакетик и зеленый. А ну, пожалуйста, как же вы женились? По расчету. По расчету! Аплодисменты! Теща корову дала. Теща корову дала! Аплодисменты! А хлеб коровы, расчет был брос, наверное, любовь? Любовь, совершенно верно. А что здесь на ромашке? Сестричка вышла, хотела, чтобы она тоже погадала. Что? Так, иди, дорогая, как вы женились с мужем? Сколько лет вы уже прожили в браке? 7 лет. Ну вот как? Какой листочек ты хочешь открыть? Лепесточек ромашки. Какой? Вот этот? Вы этот цвет любите? Ну, открывайте. Ну, как вы женились? По совету друзей. Правильно, нет? По любви. Аплодисменты, конечно, по любви. Спасибо, дорогие. Ну что, а теперь раскройте тайну. Кто кого увидел первый 7 лет назад? А ну? Ну? Я увидел Лилю первую. Да, где? Отвечай. Где? В парке, наверное. И что, и сразу влюбился? Понравилось, да? Сердце ёкнуло, да? Тёкнуло, да? И что?
И до сих пор тёлка. Слава Богу, что это было в парке, что ты её там увидел. Лилечка, ну а ты, вот он тебя увидел, подошёл, да, ты как? Моментально. Моментально, сразу! Боже, аплодисменты, аплодисменты! Вот это хорошо. Любовь с первого взгляда. Лиля, а умеет ухаживать твой любимый? А то, конечно. Как он это делает? Дать подарки мне. Так это вы... Комплименты говорит? Конечно. Как он тебя называет? Милая, любимая Лилечка моя. Ой, аплодируем, вот как классно, молодец. Сережа, скажи, пожалуйста, ты какими языками владеешь в совершенстве? Русский, украинский. Русский, украинский, английский, со словарем? Матерный? Немного, без словаря, Паша. А разговорный язык с тещей ты уже выучил? Полностью нет, да. Хорошо, я сейчас приглашаю сюда нашу тещу, нашу замечательную Валентину Ивановну. Ну-ка вспомните тот день, когда дочь впервые вас познакомила с Сережей. Помню. Как он вам? Хороший мальчик, понравился. Понравился, да? Ну, вот каким вы его сразу вот увидели? Вот каким он сразу вам показался? Таким, как вам сказать, таким добрым. Скромным, наверное. Скромный. Вы рады, что вот эти 7 лет Лиля ваша встречалась с этим молодым человеком? Рада, да? А голос зятя вы хорошо запомнили? Узнаете? Узнаете. Итак, свадьба. Сейчас проверим тещу на прочность. Теща, рука. Голос зятя? Не подсказывайте. А этот голосочек? Теща друга двое. Да, ну совсем нет. А вот этот голосочек? Теща друга одной. Нет, не ваш голос. А вот этот? Теща друга одной. Нет, ну совсем не. А сейчас еще голосочек. Так, а вот этот голосочек? Теща друга одной. Помоги. Ні, ну звичайно ні. А цей голосочок? Теща друг родной. Що повторить? Повторяємо. Теща друг родной. Ні, це зятло не той. Ні, не той. А цей голосочок, оцей? Теща друг родной. Ну що, ні, Валентина Івановна каже ні. А цей голос? Теща друг родной. О, аплодисменти, теща, йде цілувати зятя. О, молодець, цілуй тещу, цілуй. Умничка. О, і теща умничка, і зять молодець. Валентина Івановна, я хочу пожелати вам здоров'я прежде всего. Общайтесь, учите их, наставляйте, поддерживайте зятя и знайте, что зять любит взять, он же сегодня у вас уже забрал, правда? Так что гудить, бережить и дружить, и будет все окей. Давайте аплодировать мамочке, теще, она умничка. Посмотрите, какая добрая, какой добрый взгляд у нее. Счастливая улыбочка. Екатерина Федоровна, ну, впервые увидели Лилечку. Расскажите. Хорошая и добрая, красивая. Спасибо очень. Умненькая, да, умненькая. Хозяюшка? Да. Хозяюшка, вот как хорошо. Лилечка, вот Сережа впервые тебя познакомил с мамой. Вот когда вы шли на эту встречу, ты боялась? Переживала, конечно, переживала, молодчинка. Ну вот, Екатерина Федоровна, сразу, как вы тебе показалось? Я рада. Я думаю, что она такая и есть, правда? Потому что она родила и подарила тебе для жизни такого замечательного молодого человека. Смотрю на вас, вот уже похожи, вот похожи. С счастьем сияют глазки. Что Лилечке пожелаете? С
сын ваш, да? Я думаю, что вы будете во всем поддерживать этих замечательных ребят. А мы дарим громкие аплодисменты и Екатерина Федоровна. Вы живете в квартире или в частном доме? В квартире. Вы знаете, ваши детки будут приезжать к вам в гости, да? Да, вот они постучат к вам, а вы спросите, кто там? А дети скажут, это мы, открывай, мама. Так что узнаете голос детей своих? Да, узнаете. Это мы. Ваши? Не, не ваши, не открывайте. Далее. Тук-тук. Это мы. Тоже не ваши. Тук-тук. Это мы. Ваши? Не. А вот эти? Тук-тук. Это мы. Опять это мы. Не, не ваши. Тук-тук. Кто там? Это мы. Это мы. Вот они, вот они. Папа Сережа и зять Сергей. Бачите, как спалось по життю. Так, Сережа, скажи, пожалуйста, ты вообще хобби-тестя выпчем уже чи не? Хобби-тестя, знаешь? Вот, вот чем он любит заниматься в свободное время? Машина КамАЗ на первом плане. Аплодисменты тестю. Так, хорошо, хорошо. Так, ну а ты, а зять у вас чем любит заниматься? Компьютер. Компьютер у него. Так я думаю, что вам надо будет с ним объединиться и ходить на рыбалку. Вы рыбалку любите? Люблю. Люблю. Часу не хватает. Рыбу любите їсти? Вудочки нема. Вудочки нема. Зять, ти услышал? У тестя нема вудочки. Немедленно купить найкращу вудочку, спиннинг і з тестем на рыбалку. Что скажете зятю? Що поедем. На рыбалку. Скажу, Сереж, бережи мою дочку, дуже її довго ростив, багато бабла вложив, так що любий, бережи. Ну що, що Сергій говорить? Ну? Буду беречь, буду любить, буду охранять, на руках носить і аплодисменти, і зятю, і тестю. Пусть ідут за годами года. Вы не кривите душой никогда. Вы постарайтесь друг друга понять. Вы уступать не учитесь, прощать. Лилечка, ты будь всегда ласковой и милой, чтобы радость вам в доме светила. А за пустяк ты не сердись и не ругайся, и быть хорошей хозяйкой старайся. И помни, Лиля, истина одна, жена мужем хороша. А ты, Сережа, жену свою уважай, береги ее, не обижай. Помогать всем, чем можешь, стремись, а на тепло и добро не скупись. Мужем добрым будь, жены любят ласку, не забудь. И улыбку любим, и цветы. Я хочу, чтоб это помнил ты. Пусть минут их все беды, все грозы, пусть тепло им будет и морозы. А горько будет пусть не от обид, а лишь на свадьбе горько пусть звучит. Горько нашим молодым! Наполнить бокалы. Давайте выпьем тост за супружество. Внимание, свадьба! Хочу представить вам самого маленького гангстера на нашем празднике. Это Никита. Аплодисменты. Да. Серьезный молодой человек, который успел, свидетель даже, Никиточка, даже глазом не моргнул, а ты спулил туфельку, да? Ну что там невеста? Кричала, нет? Молчала, да? Молча. Ты снял очень тихонько, да? Тихонько. Я смотрю на наших, вот ты видишь этих свидетелей, они были за столом? Когда ты воровал? Да, были. Ну вот обращайся к дяде Никите, скажи, тезка. Давай выкуп. Говори. Тезка, давай выкуп. Да, тезка, давай выкуп. Так, а что ты хочешь в качестве выкупа?
Деньги или конфеты? Деньги. Деньги. Ох, какая молодежь у нас. Слышишь, что Юля говорит? Бери конфетами. А? Может, тебе коробочку конфет? Нет или да? Быстро. Нет. Нет. Денег сколько надо? 100 тысяч евро. Покажи, какая куфля у нас. Она же, наверное, тут с бриллиантами. Совершенно верно. Ну, посмотрите, тут же бриллианты. Никита, ну как это, как 100 тысяч евро, я, конечно, могу представить. А ты видел такие бумажечки, как евро? Видел? Видел. Молодец. Свидетель. Никита сказал свою цену. Ну, сегодня евро уже дарили. Да где на Сереже? Там кто ты зарегнулся? Давай гривны. Тебе же уже сегодня евро дарили. Давай нашу валюту. Давай украинскую. Давай? Миллион. Давай. Так, дай стикер на жалку за туфель, дитині. Никита, гали помни туфель горілки і гайвинки. Вот видишь, 100 тысяч. Видишь? Видишь, цифра 100. Видишь? Согласен? Нет. Новенький. Дивись, який тут дядя ще намалюван. Ты знаешь, як його звуть? Тарас Григорович Шевченко, а ну, побратай, ты же так пожми руку, давай, о, вот так, Никита, Никите, аплодисменты, молодец, молодец, умничка, активный молодой человек, хорошо, спасибо, идите, убывайте на речену.